Дорогие полевчане, уважаемые металлурги, сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником и с днем рождения города Полевского. Так уж случилось, что нам выпало жить на рубеже столетий истории нашего города. И мы с гордостью говорим: у Полевского славное прошлое, надежное настоящее, перспективное будущее. И связано оно с тем, что Полевской – это город людей труда, город мастеровых, воспетых в сказах нашего знаменитого земляка Павла Петровича Бажова. На Северском трубном заводе мастерство и профессионализм, ответственность и преданность делу передаются из поколения в поколение. Дело жизни отцов и дедов с успехом продолжают дети и внуки, в характере которых твердость духа и умение достигать поставленных целей. Примите искренние поздравления с нашими замечательными праздниками. Будьте здоровы, счастливы, энергичны. Пусть в ваших домах царят мир и благополучие. Пусть каждый житель нашего города гордится тем, что он полевчанин.